Добрый день, всем приветствуем вас из Парка Легенд. Второй матч между МХК «Спартак» и «Алмазом». Ну, в общем, для обеих, на самом деле, встреча крайне важная. «Спартак» так и вовсе сегодня заканчивает формально первый круг. Наброс! И шайба оказывается в воротах 1-0. Пятерки, Добров, бросок низом, но не подстроился, хотя шанс был, конечно, хороший. Но главное, опять же, что Рамко, в общем-то, нисколько не боится слоя борьбы. Выступает ее охотно здесь. Как здорово на пятачке разбирается Олег Корчагин. Но при этом успел вот прям перед столкновением отдать передачу на сильно уже на пятачок. И в итоге 1-1. Наврузов. Здорово прокатился. Бросил Руслан Наврузов. 2-1. Мгновенно Спартак. И вторую забрасывает. Сольный проход от Руслана Наврузова в девятку. Без шансов для Артема Назаркина. Лобиев за воротами здесь запутался. Легалин шайбу у него отбирает. Как здорово разыграно. И 3-1. Олег Корчагин. Много выходил в этом матче в последние минуты. Сейчас снова превратится в седьмого защитника. Олег Корчагин. Выдержал, надал Наврузова. Каковин, вернее, это был. Уже Каковин. И бросок. И шайба оказалась в воротах с острого угла. Захар Шабловский. 4-1. Басимов не стал щелкать. Передача хорошая, кстати, отдает. Куликов здорово перекрывает. Ошибка здесь от Ощепкова и Сачков. 1-0 выходит Сачков. Кузнецов. Тагиров. Ну, отдает Корчагину, понятно. Корчагин не попадает, штанга. На этом все. С победой всех болельщиков Спартака. С очень важной победой. На этом все. Александр Еремеев для вас матч комментировал. Всем спасибо за внимание и пока.